Караоке-зал развлекательного центра «Спутник» неожиданно преобразился. Стильная фотозоны, выставка изделий «Хендмейд», рассадка зрителей в традициях недели высокой моды и, конечно, центральный подиум для выхода юных моделей. Здесь прошел фестиваль-конкурс моды и красоты «White Fashion Show». Девочки и девушки в возрасте от 6 до 21 года участвовали в двух главных номинациях – «Топ-модель» и «Фотомодель». В этом проекте у нас своеобразное творческое сотрудничество моделей и дизайнеров, визажистов. То есть дети попадают в мир моды и пробуют это в жизни, в реале воплотить свои какие-то мечты, почувствовать себя моделью на подиуме. И красавицы у нас проходит топ-модель конкурс. Ну и поработать с дизайнером, потому что, в принципе, модель – это демонстратор одежды, поэтому необходима практика. Самое главное – это развивать в детях творчество, и на это направлены все мероприятия. Потому что сказать, что все дети, которые занимаются в модельных школах, обязательно скажут звездами, это сказать неправильно. Это шанс из тысячи. Но развить в каждом ребенке творческую жилку, креативность – это возможно. Чем мы занимаемся? Между конкурсными выходами юных топ-моделей показ коллекции отечественных дизайнеров. Бурные аплодисменты и высокую оценку зрителей получили вязаная коллекция «Цветотерапия» от Олеси Гайшун и модная прогулка от Татьяны Журавлевой. Овациями встречали также коллекции педагога дополнительного образования из Уваровического центра детского творчества Ирины Искрицкой. В центре творчества я веду объединение по интересам «Театр моды». То есть мы там с детьми учимся шить, также придумываем коллекции, потом создаем их и участвуем в различных конкурсах. У детей неординарное мышление, они по-другому немножко думают. Соответственно, у них можно чему-то научиться даже и взять для работы. На подиум конкурсантки в своем большинстве выходили уверенной отработанной походкой, следили и за осанкой, и даже за выражением лица. Только самые маленькие участницы показа не скрывали искренних детских эмоций. Мне нравится быть моделью, потому что это очень красивая работа и фотогеничная. В будущем я буду парикмахером, потому что я еще с детства мечтаю им быть. Я себе чуть полголовы не выстригла. Вот у меня в детстве вот здесь вот была лысая, здесь вот нормально, а вот здесь лысая просто была. По решению жюри фестиваля-конкурса победительницей в номинации «Топ-модель» стала 11-летняя Диана Бычковская. Многочисленные дипломы и награды были вручены и участницам фотоконкурса, в том числе сертификаты на индивидуальные фотосессии и рекламные съемки. Екатерина Юрченко, Олег Ритцнер, телеканал «Мозырь».